Всем привет, ребята, с вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я продолжу вызывать в этом мире, где мне все время не везет и где меня все время кто-то убивает. Вот, в принципе, в этой новенькой серии я хочу себе построить самый настоящий огород, чтобы у меня были запасы еды, и, в принципе, давайте уже приступим к этому. Надеюсь, никакие наковальни на меня сегодня не будут падать, никакие монстры на меня не будут нападать, и все у нас сегодня будет хорошо, поэтому смотрите, я уже подготовился, а именно вот эту золотую мотыгу скрафтил, потом добыл себе немножечко земельки, а также нашел вот эти семена пшеницы и морковку, которую я буду сажать, поэтому давайте выйдем на улицу и уже начнем строить мою ферму. О, ничего себе, смотрите, ребята, к нам наковальня прилетела с неба опять, уже в какой раз, но на этот раз она меня не убила, вот ведь дурацкая наковальня, ха, лошара. Ну, наконец-то мне повезло, и в принципе, это... А да ну нафиг, ребята, смотрите, на меня опять еще одна вторая наковальня упала. Да что ж такое-то, я думал, что сегодня нам наконец-то повезет и ничего плохого не произойдет, но нифига подобного. Эта наковальня просто взяла и убила меня, пипец какой-то, ладно. Ну их нафиг, этих дурацких наковален, я лучше займусь строительством своего огорода. Вот, в принципе, строить я его буду где-то вот здесь, поэтому давайте начнем его строить. Вот, думаю, я его буду строить не таким большим, потому что мне много еды и не надо. И, в принципе, опа, все. Заготовка для моего огорода готова. Остается только это все дело вот так вот разровнять моей мотыгой. И после чего уже начать сажать вот эти семена пшеницы. В принципе, о, курица, привет. А ты что здесь делаешь? Ты что, хочешь семечек, что ли? Ну, на, держи. Только, пожалуйста, не топчи мой огород, а то он испортится и будет не таким крутым. Все, давай, иди отсюда. Главное, курица, ты там, пожалуйста, не превращайся ни в каких монстров, и все у нас будет с тобой хорошо. В принципе, давайте, ребята, засаживать наш огород, потому что я знаю, что в этом мире может случиться все, и даже эта курица может превратиться в какого-нибудь огурца, вот. Поэтому ты, курица, так не делай, пожалуйста, вот. Ну и, в принципе, так, вот, одну сторону я засадил. А ну-ка, курица, ты чё топчешь мой огород? Я тебе говорю, иди отсюда, все. А теперь нам остается только засадить вторую сторону морковкой, и все у нас, ребята, будет вообще супер круто. А ну-ка, раз, два, три, готово. Только вот мне кажется, чего-то не хватает, ребята, как вы думаете? А, точняк, не хватает воды, потому что так они будут расти в два раза медленнее и... О, ничего себе, а ну-ка, убегать нужно быстрее, ребята, посмотрите на это существо, это же курица, огурец, да ну нафиг, это же, я таких раньше никогда не видел на самом деле. А ну-ка, привет, курица, ты, пожалуйста, не взрывайся, ладно? Смотрите, ребята, в принципе, она вроде добрая, и она не хочет взрываться, поэтому а ну-ка, кыш-кыш, отсюда, уходи отсюда, курица, огурец, не мешай мне развиваться, и, пожалуйста, не взрывай мой огород, хорошо? Ну все, надеюсь, ты меня послушала, и, в принципе, ладно, ребята, она на самом деле очень смешно смотрится, и она вроде безобидная, поэтому давайте прямо сейчас я схожу и, в общем-то, возьму ведро водички, вот, как раз-таки у меня есть 3 железа, поэтому сейчас я ее скрафчу, потом, значит, наберу водички, и тогда-то у меня будет 100% супер крутой огород. Смотрите, эта курица опять ходит по моим грядкам. Она что, вообще, что ли, офигела? Она взорвалась, ребята, блин, вот ведь пипец. Она просто взяла и уничтожила мою ферму, пипец, как же это обидно. Теперь все опять восстанавливать придется. Ладно, ребята, сейчас тогда я по-быстренькому все восстановлю, и мы уже с вами продолжим ее строить. Ух, ну наконец-то, в принципе, смотрите, ребята, я все восстановил, что эта дурацкая курица мне взорвала, и поэтому... О, корова, привет, а ты что здесь делаешь? Нифига себе, ребят, смотрите-ка, мне корова в гости пришла. Ну, привет, привет. Жалко, у меня, конечно, для тебя пшеницы нету, потому что она еще не выросла. Так бы я тебя обязательно накормил. Ты куда уходишь? Стой, корова, давай дружить. Ты не хочешь со мной жить? Ты, короче, главное, не превращайся ни в какого монстра, а то еще превратишься в корову огурца. Я просто офигею от страха, потому что я реально очень боюсь этих коров-огурцов, потому что они такие сильные и так далее. Поэтому можешь гулять здесь, делать что угодно, но только не превращайся
превращаться в этого самого монстра. Все, ребята, в принципе, корове я все сказал, поэтому давайте все-таки доделаем нашу ферму, зальем сюда водичку, и по идее у нас уже все готово. Остается только подождать, пока все мои посевы вырастут, и я их просто-напросто соберу. И теперь у нас появилось много свободного времени, и поэтому, ребята, я вам предлагаю наконец-то поломать вон те лаки-блоки, которые я еще заметил в прошлой серии. Поэтому сейчас я скажу, выложу все ненужные вещи, и мы с вами уже наконец-то поломаем лаки-блоки, посмотрим, что мне из них выпадет. Поэтому давайте вот это все я убираю, и быстрее бежим ломать лаки-блоки. Я их уже вижу, и поэтому... Ничего себе! Нифига себе, какой монстр, ребята! Вы только посмотрите на него! Это какая-то корова, совмещенная с какой-то курицей и так далее. Это что такое за мутант? Ну, вроде он тоже не особо злой, то есть он меня не хочет убивать вроде, но вы только на него посмотрите, ребята! Какой же он смешной все-таки! Ты что на меня смотришь? Это, походу, та корова, она превратилась вот в этого монстра, мутанта! Жесть просто, ребята! А, кстати, а давайте это будет наш новый домашний питомец. По-моему, он будет реально довольно хорошо будет смотреться в новеньком своем домике. Поэтому сейчас я ему построю вот такой вот загончик. И он прямо вот здесь будет жить. А ну-ка, давай, мутант, иди вот сюда. Это твое новое место жительства. Теперь ты здесь будешь жить. Я не ожидал, что такой монстр вообще существует в Майнкрафте. И это вообще как-то странно. Ну ладно, в принципе, это твое новое место жительства. Поэтому можешь чувствовать себя как дома. И, в принципе, давайте, кстати, ребята, попробуем его покормить. То есть, смотрите, у меня есть костная мука. Сейчас мы вырастим немножечко пшеницы и покормим его. Правда, я не знаю, чем этот мутант питается, но надеюсь, он будет есть вот эту самую пшеничку. А ну-ка, ребята, правда, я больше бегать быстро не могу, потому что я сам голоден. Ну ладно, главное это покормить вот этого моего нового друга. Поэтому держи тебе. Ничего себе, ребят, смотрите, ему, походу, нравится эта еда. Офигеть, и, кстати, по идее, это ведь корова, и она должна давать молоко, поэтому, а давайте мы как раз-таки сейчас попробуем у нее это молоко и взять. А ну-ка, хопа, ничего себе, у меня реально теперь есть ведро молока, спасибо тебе, гигантское монстр. Только вот, правда, я как-то не особо хочу его пить, потому что оно какое-то, мне кажется, будет не особо вкусное, но я все-таки рискну, поэтому давайте, ребята, раз, два, три, я пью. И что произошло? Ой, нифига себе, у меня половина жизни осталась, и со мной что-то происходит. Нифига себе, я вообще не понимаю, походу это какое-то очень плохое молоко дает это мутант. Да ну его нафиг, не, лучше я больше не буду пить у него молока. Но, кстати, блин, он все равно довольно прикольный, и, ребята, кому он тоже нравится, обязательно ставьте лайки. Вот, в принципе, я тогда уже наконец-то отправлюсь ломать лаки-блоки, как и хотел, и поэтому давайте до них добежим. Правда, я сейчас буду очень медленно бегать, потому что я хочу кушать, но ничего страшного. В принципе, смотрите, давайте ломать первый лаки-блок. Хопа! А чё он не ломается? Ребята, он реально не ломается. И тут какая-то табличка, на которой написано, нужно подписаться на канал. А, ребят, я походу понял. Для того, чтобы сломать мне все эти лаки-блоки, вы должны обязательно быть подписанным на мой канал. Ничего себе, вот это, конечно, задание. Но я думаю, ребята, вы с этим заданием справитесь. И поэтому, кто еще не подписан на мой канал, обязательно прямо сейчас подпишитесь. Потому что я не могу ломать лаки-блоки. Вот, поэтому... Поэтому давайте я вам даю 5 секунд, и вы, пожалуйста, подпишитесь. Раз, два, три, четыре и пять. Все, ребят, надеюсь, все подписались на мой канал, и теперь я смогу сломать этот лаки-блок. А ну-ка, давайте попробуем. Хопа! Он опять не ломается. Ребята, вы что, не подписались на мой канал? Ну, пожалуйста, ну подпишитесь. Что вам стоит нажать всего лишь одну кнопочку? Вот, а мне будет очень приятно, и я смогу сломать эти лаки-блоки. Поэтому давайте еще разок попробуем сломать его. Хопа! О, наконец-то он сломался. Правда, меня сразу же убили. Самое главное, что вы все подписались на мой канал. Поэтому, ребята, всем большое спасибо. Потому что теперь, наконец-то, я смогу пооткрывать этих самых лаки-блоков. А ну-ка, интересно, что же мне выпадет?
Ух ты, нифига себе, тыквы, прикольно. А ну-ка, что интересно, с этого лаки-блока выпадет какая-то розочка и все? Нифига себе. Вы, кстати, ребят, не забывайте, что я на самом деле очень невезучий нубик, и мне, скорее всего, будет, наверное, не вести с этих лаки-блоков. Вот я уже вам сказал, пипец. Я сразу же упал в какую-то ловушку, из которой, походу, теперь я просто-напросто не выберусь. Блин, нет, бедные тыквы, теперь я их потеряю. Ну, да ладно, ничего страшного. В принципе, тут есть еще несколько лаки-блоков, поэтому сейчас мы их сломаем и посмотрим, что нам выпадет. А ну-ка, хопа. Ой, да ну нафиг, какая-то ведьма выпала. А ну-ка, отойди от меня, не мешай мне ломать лаки-блоки. А ну-ка, ребята, все, в принципе, остался последний лаки-блок. И надеюсь, хотя бы с него нам выпадет какая-нибудь хорошая вещь. Поэтому, хопа. О, нифига себе, кожаная броня. Ну, в принципе, не так уж и плохо. Поэтому все, ребята, я, в принципе, побежал подальше от этой ведьмы. А то еще она меня убьет, и это будет не совсем круто. Вот, и в принципе, на этом я уже буду заканчивать. Если вам понравилась эта серия, а также понравился вот этот монстр, мой новенький домашний питомец, то тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока!